Радунхагейду. Радунхагейду, проснись. Радунхагейду, вставай, надо идти. Мама, что ты здесь делаешь? Никак не проснешься? Мы пришли сюда вместе, а сейчас идем. Я думал, ты погибла. Но ты здесь. Да, я здесь и всегда была здесь. Все хорошо? Просто чудесно. Славно. Тогда идем. Я слышала крики. Это Ганьягайха. Надо узнать, что случилось. Это все из-за меня. Что из-за тебя? Что ты сделала? Король велел найти магавку с косами. Ты магавка! И косы у тебя есть! Правда. Это ты сделала. А я займусь тем, что слева. Король вам не велел она найти нужна. Магавку с косами. Зачем Вашингтон послал людей на фронтир? Вашингтон? За одной дикаркой. Она пыталась украсть источник его силы. Ты уже нашел ее. Причем тут генерал Вашингтон? Он уже не главнокомандующий и уехал в Маунт Вернон. Если бы так, Радунхагейду. Но ты знаешь, что Вашингтон помешался на власти. Я не смогла остановить его. И я навлекла его гнев на свой народ. Я не понимаю. Что-то не так. Люди Разве... короля Вашингтона сейчас в Конкорде. Убивают всех подряд. Они ищут тебя, Годзидзио. Как? Короля? Идем. Я не думала, что он настолько потерял рассудок. Кто? Генерал Вашингтон? Почему та женщина назвала его королем? Столько людей теперь пострадает из-за меня. И не только в деревне. Надо защитить всех, кого можно. Скажи, где она, и мы сохраним этим людям жизнь. Не скажешь, сожжем их. Мы не знаем, кто вам нужен. Ну что ж. Умоляю, прошу вас. Здесь же дети и женщины. Вы же не чудовища. Не надо. Я дал тебе шанс. Сделай все тихо. Сделай все тихо. Не выдай себя. Достань их врасплох.
спаси их. Это все из-за меня. Бегите как можно дальше от города. Укройтесь в лесу. Радун, ходи. Там. Огонь! Это безумие! Я не понимаю, что происходит! Нужны! Помогите заряжать! Идет армия короля! Пушка, останови их! Не отступают! Мы победили! Для войск Вашингтона есть только победа или смерть. Нам нужно идти в Лексингтон. Там у нас будет преимущество.
Если б только мне удалось забрать скипетр, я должна все исправить. Скипетр? Чем дальше, тем меньше я понимаю, что творится в этом мире. Вот она. Дикарка пыталась украсть источник и символ моей силы. Смотри же, ибо это последнее, что ты увидишь. Я сотру с лица земли и тебя, и твою жалкую деревню! Таким, как ты, я не позволю жить! Генерал Вашингтон, что вы делаете? Мы столько пережили вместе. Вы не в себе, очнитесь! Еще один безумный дикарь. Я настолько в себе, насколько это возможно. А теперь склонитесь перед королем и покайтесь в своих грехах перед тем, как вас отправят на тот свет. Капрал, разберитесь с ними. Радун Хагиду, вон там синий мундир. Не дай им взорвать бочки с порохом. Уверен, что попробуют их поджечь. Вон еще один. Не делайте этого. Радун Хагейду! Запал! Горит! Там! Останови их! Держи его! Он почти дошел. Радун Хагиду, вон там синий мундир. Запал! Туши его! Вон еще один!
Радун Хагейду! Запал! Горит! Он хотел уничтожить весь город. Это моя вина. Я не понимаю. Вашингтон меня знает. Он всегда был разумным человеком. Но это не тот, кого я звал своим другом. Ты совсем запутался? Разве ты встречал это чудовище? Да, мы с ним... Я... Мама, здесь все не так. Сам Вашингтон, этот кошмар, все. Надо вернуться в деревню и предупредить всех. Пока безумный король не добрался туда.